развязки спускаемся, тормаживаем. На какой видишь? 40. Здесь тоже поворотник указывай, притормаживай, отпускай тормоза. Держи руль в одном положении, как циркуль зафиксируй его, вот видишь, не надо им дергать, возвращай немножко на место, мы сейчас бордюр видим, на меня опять, на меня, левый поворотник ключа, левое зеркало, разгоняй автомобиль, разгоняй, куда этот мужчина едет, он еще не поддаться с нами, он уже должен был нас пропустить, потому что мы тоже уже по главной дороге, да мы при выезде должны были его всех пропускать. Мы уже выехали. По всей дороге не гуляй. Не страшно. Вот так. Автобус. Куда разогналась? Там что, раздают что-то бесплатно? Давай, выбирай место для разворота. Ну, молодец. Давай с газом заяви себе. Вот. Выключи поворотник. Тормози. Все, молодец. Проехала. Можешь направо уезжать. Ты уже проехала поворот. Ты уже на сплошную. Ну ты на сплошную линию сейчас поедешь. Уже выезд, вон ты даже стрелочка показывает. Поехали. Правый поворотник, правое зеркало. Поехали. И вон соседний поворот есть. Надо. Где поворотник? Надо въезжать аккуратненько, а не с перепугу. Руки на руле тоже не скрещивай, они запутаются у тебя. Стой. Успеешь? Крути руль, типа я сам успел. Давай. Разгоняй. Молодец. Выбирай место для разворота. Где здесь мы можем выбрать место для разворота? Для начала мы что должны сделать? Перестроиться в левый ряд, да? Занять положение соответствующее. Выключи поворотник. Здесь мы развернемся. Вот здесь можно было развернуться. Машина же выезжает налево от нас. Тоже могла развернуться. Здесь мы, где прерывистая, не можем, потому что слева остановка. Главное, выезд разрешен справа налево, а разворот запрещен. Ну смелее, мне сейчас по ушам дадут. Ты едешь 20 километров, ты чего? Здесь сплошная линия. Разгоняй автомобиль. Левый поворотник, прижмись к бордюру. Давай, поворотник. Вот. Все, выключи. Двигаемся. Смотрим, как бы стараемся далеко смотреть. Где вон там белая машина, ну ты держись-то левее, вот. Что-то я вижу разрыв какой-то в асфальте, левый поворотник включи, притормаживай. Здесь можем повернуть, да. Развернуться? Ну вот. Плечом проедь край бордюрки, теперь крути руль, не бойся. Ну и все, стой, пропускаем всех, они по главной. Поворачиваем ту полосу, которая удобная нам будет. Чтобы не получился знак вопросительный, ну, вот эта кривая, как змея, а спокойно полукругом раз и зашли в свой поворот, поняла? Смотри, вправо, они, по-моему, остановились, да? Влево тоже можно посмотреть, хоть это и односторонняя полоса, как бы. Ну, в левый ряд прижимайся. Если полос не видно, всегда ищи себе ориентир. Выключи поворот. Все, молодец. Дело в том, что... Проще ехать вдоль бордюрки, ты будешь ровненько ехать, правильно? Чем посередине дороги будешь метаться, как забытая обезьянка Шапито. Ну, разгони машину до 60, а. Там красный уже горит. Наша прерывистая, видишь, рядышком с ней. Еще левее возьми, еще левее. Вот. Вот направление, вон видишь, прерывистых линий. Че, поехали?
Красный, молодец. А сейчас? Что спил? Выбирай место для остановки. Наша задача, что нужно сделать? Тихо, 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 там машина едет. Ты должна... Куда ты поехал? Вот ты... Я понял, что ты одним глазом смотришь туда, и вторым закрыла его вообще. Молодец. Поворотник выключил. Что, перекресток регулируемый или пешеходный переход регулируемый? Регулируемый пешеходный переход. Регулируемого пересечения проезжих частей нет, да, здесь? Да? Угу. Понятно. Ты правила учила, я читала, да? Что их учить надо, да? А я билет разглядывала. Задачу мне напомнишь? Остановиться. Давай. Нет, конечно. Ну, во-первых, это ребята сами тут парковочку создали. Ты, во-первых, заехала на бордюр, между прочим. Посмотри прямо, видишь, где бордюр идет? А. Ну вот, поехали. И бордюр ты пересекла. 5 метров от выезда. Как минимум. Ну, не знаю, обычно она это не обращает внимания, только я обращаю внимание. Тихо, 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 блин. Газуй тогда они. Да не дергайся, ты за руль. Опасно. Левее чуть-чуть возьми. Запомни, где лужа, там яма по-любому. Могла грузовик пропустить, все равно горел красный. Как-то так. Смотри на дорогу аккуратненько. Ты зачем вытесняешь машину с левого ряда? Там яма. Яма? А слева машина. Что важнее? Я думаю, что ударить чужую машину будет опаснее, чем заехать в яму, да? Или нет? Место для остановки. Поворотник, во-первых, мы выключили уже, когда он не нужен, это раз. Остановились напротив выезда, это два. И первое должно быть, но это будет третье. Стоит знак установлен, остановка запрещена. Я тебе сказал, когда знак был перед твоим лицом, перед твоими глазами. Ты, глядя на него, улыбаясь, остановилась. Так мы его проехали. А, мы его проехали? Да. Ну, прикольно. А нет? Я думала, до знака нельзя, а после уже можно. А, ну да, там уже Пристрелите меня, пожалуйста, кто-нибудь, а? Я уж не знаю, как тебе объяснить. Левый ряд перестраивайся. Чуть медленнее, чем человек сзади тебя. Но там все равно который пошел. Пошли. Что там все равно? Что там? Получилось? А?